Приехали ночью в Марсель, сегодня экскурсия по Марселю. Все чудесно, да. Приезжайте, смотрите. Город отличный. Тут такси снимали. А, кстати, забыли сказать, сегодня 24 декабря. А, сегодня же Крисмас. Да. Ночь. Возможно, что-то будет. Печка. Может, вы до сих пор тоже будет. Дорогие телезрители, это называется... Акция. Акция дурак на дурака. Владимир купил 0 евро за 2 евро. Меня зовут Витя, я живу в Анапе. Кто ты, Витя? И у меня есть огромный кукан. Что ты делаешь? Спать. Мы идем с пустыми руками, тортик и чаю. Чай и тортик в одном лице. Так вот, дорогие подписчики. 2,5 часа до Крисмаса. Мы вернулись домой. Оказалось, что у них нет музыки, колонок. Андрей взял гитару, усилок и пивас, конечно же. Это яйца по-итальянски. Никому не нужно. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце не, знаешь, остановилось. Не, слушай, мы будем петь, а ты начинай. Да подожди, сука. А ты вливайся. Вот он, слово не находится. Давайте, я вольюсь как. Я сейчас как вольюсь. Странно, ну, ты же это не снял. Может быть, без гитары лучше? Давай, давай без гитары. Хором. Вот так вот проходит Крисмас во Франции. 4:40 ночи, мы идем по ночному Марселю и пытаемся найти наш дом. Людей нет, гирлянды висят. Крисмас, все спят, наверное. Ну ладно, это Рождество, может, на Новый год у них так, как и у нас. Вот такие вот улочки. Завтра пойдем в другую часть города.
разочарование. Спанч Боб, русский, Путин, Раша, Сталин. Кто? Роза Люксембург. Next. I don't know, revolution. Дамы и господа, добрый вечер. Сегодня у нас Рождество. Смысл в чем? У нас сегодня рубрика «Милашки». Итак, представляю вам «Милашки». Первый. Ты снял? За вас. Мы в Барселоне. Мы приехали в Барселону, обошли приличную часть города и все-таки нашли хостел за 10 евро за ночь.